Ну что, дорогие друзья, вот у нас новоиспеченные участники продолжающиеся и набирающиеся обороты Еврокубка весны. Ильнура Искендерова мы поздравляем с попаданием в Лигу Европы. Ну, а Андрея Лакина мы поздравляем с попаданием в основную сетку Лиги Чемпионов. Ну, помимо этого, друзья, у нас главные претенденты на золотой мяч. Сегодня оба хотели забить. У Ильнура это не получилось, у Андрея это получилось. Поэтому поделитесь своим секретом. Вот, ну, мне кажется, и история этих малиновых гетто, естественно, нас также всех чрезвычайно интересует. Ну, начнем с победителей, конечно. Ты не будешь? Нет, конечно. Давай, Андрюх, ну как? Как и насколько велика роль экипировочного центра Real Sport этой потрясающей форме в таких последних уверенных и радостных результатах Ливерпуля, что в квалификации чемпионов, что и в чемпионате внутренней? Роль наша, роль важна. Грубо говоря, даем людям шанс себя проявить в нашей команде. Вот, в красивой форме засветиться хоть раз, а то играет непонятно где. Вот. Непонятно в чем вообще. Да, непонятно в чем, где. Вот. Но мотивируем ребят, мотивируем экипировкой. То есть, как-то надо, мы больше ничего делать не умеем. Вот. То есть, спонсируем спорт очень много. Надеемся, и дальше это будем делать. Дай бог, чтобы помогали и дальше. Вот Ильнур хочет себе новые шорты. Нет, Real Sport. Вы еще рекламу еще с собой? Да не, мы рекламу не делаем, нам ребята рекламу делают. А это вы им сделали форму, они проиграли, да? Ну как обычно. Ну как обычно. Все. Если Ливерпулю надо куда-то дальше пройти, делать просто. Форма Гетры, обращайтесь. Ильну, ну Гетры от Спорт у тебя? Да, нет, это Гетры за лучшего игрока чемпионата мира Хорватия, Исландия. Лучшим игроком и был получен. Друзья, ну я с такими легендарными людьми в кадре в одном стою, что мне прям становится стыдно, что я это вообще... Выходите. Хотел бы благодарить Ливерпуль, более мастеровитая команда. Для нас это дебют, я считаю, что для первого раза мы вполне достойно выступили. Вот, будем дальше стараться, играть и радовать своих болельщиков. Спасибо за игру. Да. Очень сильно мужики, команда у вас. Вам желаю спасибо. Удачи. Спасибо. Сопернику хочу сказать, очень хорошая команда, очень динамичная. То есть, как бы, сейчас немножко кости обобьете и будете дальше... Все, будет хорошо. Левшин начнет забивать. И вот контакт Андрея Лакина может на всю команду сделать шорты и гетры в следующем этапе Еврокубков. Мы ВКонтакте. В следующем этапе Еврокубков в личное сообщение поступит от Максима Луканина по поводу соответствия формы. Ну, и я как руководитель, мы уже в стадии переговоров. Вот с профессионалом берем пример, это образцово показательная команда, Ливерпуль. Подготовили же формы для Лиги Европы уже, будет другая. Будет форма. Презентация? Да. Ну, все, пишите Олегу, мы организуем презентацию, все с фотографиями, все как следует. Спасибо за игру. Все, мужички, спасибо. Ждем спасибо. Вас. Спасибо, да, удачи. Лучше. Все, спасибо.